Поставим лабораторию. Я так понимаю, нам до вторника надо успеть все здесь разместить в тех точках, где основная концентрация. Неприятный химический запах в районе очистных сооружений Верхний Посад в Звенигороде досаждает местному населению уже довольно давно. Пообщаться с жителями и осмотреть объект, где арендатор Звенигородский водоканал уже предпринимал ряд мер для минимизации неприятных проявлений, приехал глава муниципалитета Андрей Иванов. Жители на днях, да, писала Татьяна Коновалова, они в лодке там специально проплывали, очень сильный запах идет канализационный от этих выбросов. Там не трогаете? Из реки, да. На данном этапе на очистные сооружения завезли ил, который способствует улучшению микробиологического процесса нитрификации. Кроме того, здесь продолжают использовать реагенты для устранения неприятного запаха. Делается дозирование биореагентов в голову очистных сооружений для улучшения работы. И плюс была проведена очистка одного из аэротенков с полным его опорожнением и загрузкой новым илом. А сейчас накрыты у нас все основные источники запаха, это приемная камера. Министерство экологии и природопользования Московской области установили мобильную лабораторию. Она будет замерять качество воздуха и фиксировать характер выбросов, сообщил Андрей Иванов. Контроль над очистными сооружениями Верхний Посад продолжается. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».